похоронили Лазаря. Как не полететь, как Лазарь? Потому что времена не те. Осторожно, да, можно полететь. Осторожно. Поль говорит. Да, заходите, я живой. Здесь лежал Лазарь. Теперь Таня здесь. Кто еще лезет? Кто следующий? Фрида. Ой, здесь а что ты думаешь, Лазарь до сих пор лежит, тебя ждет. Нет, прямо. Надо спускаться. Здесь Лазарь был. Здесь его воскресили, он вышел, убитый пеленами по ногам и рукам. А так Лазарь выходил, бедняга, этой пещеры.